Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятки, слушаем Тони Раут «Шах и мат». Ребятки, сразу скажу, начало музыки трека интересно было, ребятки. Прямо, знаете, действительно интересная музыка такая, прям вот, ну, интересная музыка. Вот пошел голос и современная обработка голоса, ребятки, как электронная обработка голоса, ребята. Модное направление, ребятки. Давайте слушать дальше. Красивый молодой человек на носу сережечку поставил. Давайте слушать, ребятки. Ну, у него голос красивый, конечно, чистый голос, ничего не скажу, ребятки. Музыка. Кому нравится вот такая музыка, welcome, ребятки. Если такие люди, кому нравится, там вот, как называется этот прием-то, где там лает, кричит, вот так, воет, как это? Рейдж. Вот. По-моему, это не этот стиль. Нет, он немножко там лает как-то, вот так делал. Как это называется стиль, мы с тобой читали же? Гиперпоп. По-моему, надо. Или нет, рейдж. Есть у него и такие вот моменты, где он там немножко рычал. Это сейчас тоже модно, вот модно, ребята. Как это называется, я не знаю. Мы читали, вроде что-то забыли, да? Вот. Пожалуйста, ребятки, кому нравится такое вот громкое, вот такое все, знаете, электронное, слушайте. Это очень интересно, ребятки. Слушаем. Будет нужно, то начнем с нуля. Так, друзья, что скажу? Музыка интересная. Неинтересная музыка. И как пел интересно. Ну, там были, конечно, слова, которые... Больше, наверное, на рок похоже, стиль рок, наверное. Да, да. Есть слова, которые там мне, конечно, не нравятся, ребятки. Я вам говорила, что я вот такие вещи как-то вот... Ну, я... Ну, боюсь, наверное, я их, ребятки, вот такое, когда страшное что-то. Поэтому, ребята, я люблю более романтичную музыку, романтическую. Пусть она даже крикливая будет музыка, но чтобы плохие слова не употреблялись. Понимаете, ребятки? Ну, вообще, это тебе трек как? Ну... Почему? Трек, ну, неплохой трек, ребятки. Ему есть место
в музыкальной индустрии. Почему нет, ребятки? Люди разные, кому нравится, кому не нравится, ребятки. Ну, неплохой, неплохой, ребятки. Неплохой, не скажу ничего. Понравился мне его голос, как он пел выразительно, ребятки. Музыка красивая, хорошая такая музыка, да? Неплохо, ребятки, неплохо. Слушайте, пожалуйста, ребятки. Это какое-то другое направление, есть другое. Много музыки, ребята. Выбирай по желанию. Пока, друзья.